Чтобы получить вот такой результат, пока позволяла погода, покрасил всю необходимую имитацию бруса антисептиком Biotex в цвете тик. Там, где были необходимы короткие доски, сразу выпилил в размер и тоже покрасил. На подготовленную обрешетку винзазора, о которой рассказывал в предыдущей серии, устанавливал по уровню нижней доски, в первую очередь отталкиваясь от ровной фундаментной плиты. И поочередно монтировал имитацию бруса сначала на глухих стенах, а потом и на всех остальных. Крепил имитацию специальными саморезами. Это саморез по дереву, который хорошо входит в древесину, не разламывая ее в месте крепления. Неплохо прижимает и держит имитацию бруса. Следующая доска прикрывает саморез, и крепеж не бросается в глаза. Углы бани оформил заранее отшлифованными и покрашенными досками с сечением 150 на 22 и 125 на 22 мм. Получился угол 150 на 150. А после оформления окон получилась такая вот банька.